Здравствуйте, мои дорогие. Мне 43 года, мое имя Саида. И 43 года я думала, что я себя люблю. Оказывается, это большая-большая была моя ошибка. Утверждать, что нет, я люблю себя. На самом деле, в последние несколько лет я всегда слышала от многих людей состояние, у женщины должно быть состояние. И я не могла понять, что за состояние у меня должно быть. И вот посетив семинар Ивет Роуз, я это поняла. Вот сейчас я это поняла состояние, потому что я в данный момент нахожусь в этом состоянии. И я поняла, что значит любить себя и не привлекать ненужных мужчин в свою жизнь. И после этого семинара у меня пришло такое озарение, как инсайт, или что осознание, кому как нравится, можно выражаться, что если какой-то мужчина ко мне подойдет, и у меня, я ему улыбнусь, и у меня будет во рту, в зубах застрянет какой-то зелень укропа или петрушки, если это мой мужчина, он даже этого не заметит. И мне не нужно по этому поводу беспокоиться. А если это не мой мужчина, он увидит и кариес у меня во рту, и все что угодно, и это его оттолкнет. И я буду благодарна за то, что этого ненужного мужчину, мой кариес или моя петрушка во рту оттолкнула. Я вот за это благодарна. Вот это и есть состояние женщины, когда нужно себя любить и не думать о других, а думать только о себе. Я буду благодарна, если вот какая-то малейшая мой недостаток оттолкнет ненужного для меня мужчину. Потому что вот сейчас я только это поняла, что, может быть, именно мой недостаток привлечет этого мужчину. Девчонки, все на семинар. Супер!